А так третьего. Да, 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 хорошо. Ага. О, да, я вон Ольге. Ага. Молодец. Слушай, так-то хорошо, она бежит, не жалуется, да. Избавилась от толстой тетки, ты довольная. Катя, выйди из кадра вообще. Может, так уберем это, давай уберем и на это поставим просто, и нам ничего не сидит. Стойку наоборот убрать. Галь, заберите. Мы все занимаемся вот этой ерундой. Шкальным. Ну да. Она прыгает туда в маху идти. У нее хорошая, офигенный. А, давай попрыгаем. Привязненько. Она у нас летом, правда, летом-то вот этот забор. А, мама, не забор, он тут стоит вот так, она еще там полтора метра сверху. О, как она может бегать, а вау, вау, вау. Катя, отойди. Да чей, я вот бабс бил. Молодец. Рысь какая, смотри. Да, рысь-то да, вот у нее рысь хорошая. Она, у нее где-то рысак, наверное, сидит. Толкни дальше. Рысак сидит сейчас. Просто, вот знаешь, что обидно? Вот обидно то, что она в экипаже, у нее рысь офигенная, в санях, она с задранным хвостом, все. И вот это вот переключение передач. Голов какой, смотри. Голов такой. Но у нее жопа очень рабочая, да. Она такая, знаешь. Так у нее рысь, смотри, она раз-раз. А, и хвост так, как у араба, забирает. Смотри как. О, она вот в санях вот так вот бегает. Ну это да. Рысачьи привычки-то все. Я тебе хочу сказать, не каждый рысак. Ну, это понятно. Но все равно видно, что... Ну, орловцы бегают, русские... Где-то рысак у них сидит. Рысак, да.